Всем привет, друзья! Вы на канале Ушасти Кидс. О, ребята, смотрите, какой тут у нас беспорядок. Кажется, наш котик Бубу немножечко приболел. Посмотрите, какой он грустный. Хотя я вижу, он уже стал улыбаться. Бубу, а давай-ка я тебя искупаю. Вот так. Ребята, у вас болели когда-нибудь котики? У кого болели, напишите как. Вот так. Ничего. Сейчас ты у нас будешь снова чистым котиком. Вот так. Вылази уже, я тебя расчешу. Вот так, расчешем тебя хорошенечко. Ой, ребята, кажется, наш котик хочет сильно очень спать. А давайте-ка мы ему дадим вот такую бутылочку, и он совсем не захочет спать. Вау, у нас открылись какие-то новые награды, новая мебель и новые предметы. Отлично, обязательно посмотрим, что там открылось чуточку позже. А пока давайте-ка накормим нашего котика. Ой-ой-ой, какой же везде беспорядок. Давай скорее открывать, посмотрим, что тут у нас есть. Какие вкусняшки тут у тебя? Так, давай-ка я тебе вначале погрею твою любимую рыбку. Наверное, все котики обожают кушать рыбку, ребята. Держи, смотри осторожней, она очень горячая. Ну вот, а может быть тебе еще спагетти? Я вижу, ты не наелся. У меня настоящий котик-прожора, друзья. Держи свои макароны вкусные. Ну а теперь десерт. Ты чего грустишь? Держи апельсиновый сок и твое любимое мороженое. А может быть тебе погреть чашечку чая, а то у тебя заболит горло от мороженого. Так, а вот он, чай готов. Смотри, какой тепленький, вкусный чай. Смотрите, какая прикольная у Бубу чашечка в горошек. Ты хочешь поиграть, котик мой? Пойдем скорее поиграем. Давай-ка вот так все уберем на кухне. Слушай, а хочешь, мы тебе кухню новую сделаем? Небольшой ремонт, я думаю, развеселит нашего котика. Так, ой, вот такой кухни у нас еще не было. Как вам малиновая кухня нашего Бубу? По-моему, прикольная идея. Так, сейчас здесь все поменяем. Плиту новую купим. Целых 500 бриллиантиков, ничего себе. Надеюсь, нам хватит монеток, ребята. Вот так. Так, скатерть нам тоже нужна какая-нибудь новенькая. Можно сделать и малиновую. Так, хотя, давайте-ка для контраста выберем. Вау, вот это мне нравится в горошек. Так, все поменяли, осталось только поменять вот эту полку. Вот такая у нас будет красота. Так, цвет обоев заменим. Можно сделать ярко-малиновый, а можно сделать желтый. Теперь у нас осталась рабочая плитка. Вот такая. Можно сделать вот так. Отлично, поменяем цвет коврика. Сделаем коврик желтым. Наша кухня готова. Ну как тебе? Классно, правда? Я смотрю, настроение у нашего котика сразу стало лучше. Ладно, ты не грусти. Пойдем на машине покатаемся. Давно мы не катались. Ой, здесь мы рисуем. Помните, в прошлой серии мы нарисовали красный шарик? Поехали покатаемся уже. Ой, смотри, у тебя там фрукты поспели. Помчались, друзья. Кстати, в сегодняшнем видео, ребята, вас ждет целая гора приветов от канала Ушасти Кидс. А если ты тоже хочешь получить привет на нашем канале, тогда подписывайся и в комментариях напиши свое имя и фамилию. Вау, вот это скорость! Так, мы взяли топливо. Ай-яй-яй, да что же мы так сразу свалились? Ну ладно, немного покатались и заодно заработали монеток. Да ты что, опять грустишь? Бубу, ну ты чего? Смотри, сколько тут тебе всего поспело. И тыквы даже у нас выросли. Давай скорее. А хочешь, мы приготовим что-нибудь на гриле? Смотри, например, твои любимые сосиски. Ребята, а вы любите готовить сосиски на гриле? Сейчас мы их поперчим, посолим. Тут у нас есть еще вкусный соус. Вот так. И кладем жарить. Слышите, как шипят? Сейчас накормим котика вкусными сосисками. Так, почти готовы. Переворачиваем. Смотрите, какие румяные. Главное только их не спалить. Так. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Готово. А вот и тарелочка. Подадим вкусный гарнир. Так. А я знаю, что Бубу очень хотел горох. Вот такие у него будут сосиски с горохом. Смотрите, как радуется. Кушать скорее уже Бубу.
И давай с тобой немножко поиграем. Слушай, а давай-ка мы с тобой поразукрашиваем котика. Давно мы не играли в эту игру. Смотрите, какая прикольная. Кто играл в эту игру с котиками? Напишите в комментариях цифру 2, друзья. Так. Лучше перекрашу вот в этот цвет. Отлично. Ой-ой-ой. Так, ребятки, у нас тут время может кончиться. Еще немножко закрасим. Вот так. Отлично. Ой-ой-ой, сколько желтых котов. Так, теперь закрашиваем желтых опять. О, нет, у нас закончилось время. Давайте-ка посмотрим, поднялось ли у Бубу настроение. Ну, ты там как? Ага, я вижу, уже показывает язык. Нет, ты все равно грустный. Слушай, ну хочешь, мы можем... Давай отправимся на рыбалку, Бубу. Может быть, это его развеселит? Я знаю, мой Бубу очень любит кушать рыбу и очень любит ее ловить. Так, давай скорее, прыгай в лодку. А вот и лодка. Помчались. Ребята, а помните, в прошлой серии мы ловили рыбу вместе с кошечкой Анжелой. Она также каталась на лодке, как и наш котик Бубу. Кто не смотрел, обязательно посмотрите рыбалку с кошечкой Анжелой и котиком Бубу. Ну что, можно закидывать удочку? Ой, бросай уже скорее. Давай. Интересно, поймает или нет? Может быть, нам в гости кто-нибудь придет, мы заодно запечем вкусную рыбку. Ну, тяни уже, клюет, смотри-ка. Ой, какую-то колючку мы поймали в этот раз. Ладно тебе, давай еще разок. Здесь хочешь ловить? Ну, давай. Вот так. Сейчас посмотрим. Может быть, в этот раз у нас будет рыбка. У Бубу уже хорошее настроение. Ой-ой-ой-ой. Клюет. Кто-то там тяжелый. Тяни, тяни, тяни. Что? Настолько тяжелый, что у нас порвалась удочка. Попробуй-ка еще разок. Все-таки не хочется уезжать без рыбы. Давай. Ну. Ой, ой-ой-ой. Кто-то тащит нашу удочку. Кто же это? Ура! Наконец-то мы поймали рыбу. Слушай, а давай-ка мы с тобой нырнем на подводной лодке и поищем жемчуг. Приготовим подарок для нашей любимой кошечки Анжелы. Кстати, ребята, кто ждет новую серию про кошечку Анжелу, пишите в комментариях циферку 5. Ого! Ничего себе, у нас тут рыбы какие хищные! Давай. Еще одна. Ай, да нас сейчас сожрут, ребята. Нам наверх пора, наверх. У нас сейчас кончится кислород. Надо немножечко нам подышать наверху. Давай. Успеваем или нет? Давай скорее. Фуф. Так, отлично. Еле убежали от рыбы. Вот это у нас экстремально. Что? Ничего себе. Вы это видели? Какая огромная черепаха. Мне кажется, она для нас тоже очень опасна. Снова это огромная рыба. Так, она нас не заметила. Собираем жемчужинки. Много жемчужинок тут у нас на дне. Ау! Вы это видели? В этот раз нас эта рыба все-таки сожрала. Ладно, пора уже возвращаться в дом. Поймали рыбу. Здорово, будем ее готовить. Ой, кто же это? Наверное, это котик Том. Ты что, не хочешь с ним разговаривать? Обиделся, что ли? Интересно. Почему Бубу не хочет разговаривать с Томом? Пойдем-ка я тебя немножко переодену. Давай посмотрим, что тут у тебя есть. Так много всякой прикольной одежды. Так, давай-ка мы тебя... Ой, костюм морячка, смотри, какой классный. Да ладно тебе, не злись, тебе идет. Сделаем тебе глаза синего цвета. А хочешь, бантик тебе повесим. Можем, кстати, даже белый. Вот такой белый мне даже больше нравится. А можем тебе кепочку еще одеть? Смотри, ты какой классный. Или вот такую. Ты похож на художника. Ладно, тебе я шучу. Это больше нравится? Так. А можем одеть колпак повара? Смотри. И приготовим вкусное желе и рыбку. Пойдем скорее на кухню. Ой, мы с тобой забыли покрутить колесо фортуны. Что нам попадется в этот раз? Сейчас проверим, друзья. Вау! Это у нас зелье хорошего настроения со смайликом. Вот такая классная бутылочка. Это нам точно пригодится. Кстати, мы можем дать его в ванну и дать его нашему котику. Где наша бутылочка со смайликом? Вот она. Смотрите,
Теперь у Бубу отличное настроение. Мы с тобой ручки забыли помыть, котик. Давай вот так, намылим. Хорошенечко побольше мыла. Все, лапки чистые. Ой, о-о, ничего себе ты как умеешь. Давай я тебе зубы лучше почищу. Ты такой смешной, Бубу. Ребята, а вы играете вместе со мной в котика Бубу? Кто играет вместе со мной? Пишите цифру 7 в комментариях. Обязательно почитаю, что вы там мне написали. А также обязательно пишите имя и фамилию, если хотите получить привет на нашем канале. А приветы будут, как всегда, в конце видео. Так что не пропусти свой привет. Пойдем уже готовить. Сегодня мы с тобой... Ой, что мы приготовим? Хлеб или желе? Конечно, вкусное фруктовое желе. Давай готовить. Достаем. Так, а вот у нас вкусный клубничный сиропчик. То, что нам нужно, возьмем его за основу. Ребята, вы вообще любите готовить? Котик Бубу обожает. Так, все, мне кажется, нужно хорошенечко взбить миксером. Вот так. Взбиваем посильнее. Отлично. Так, так, так. Готово. Теперь выберем фрукты. А давайте добавим клубники. Как вам клубничное желе? По-моему, хорошая идея. Ой, одну клубничку мы уронили мимо. Ну что, теперь заморозим. Пускай немножечко постоит в холодильнике и можно будет кушать. Что, уже можно? Давай поставим его на стол. Ой, ты уже все съел? Ничего себе, ты такой прожора. Ну, теперь время приветиков, мои дорогие друзья. Настюшенька Елисеева сегодня получает самый первый привет. Иван Рассолов, Лиза Базанова, Аня Татарина, Никитка Гоголев получает привет. Привет эти для Аришеньки, а также Ани Галаевой. Лиза Рассказова, Диана Исенова, Ксюша Коростерева, Алина Костеняк получает привет. Вероника Чеботай, Ксюша Шель, Виталий Петров, Даша Фленкина получает привет. А также Ира Козлова и Диана Кувандыкова, огромный тебе приветик. Лиза Корниенко, Вика Сайкова, Лилия Головко летит тебе приветик. Ульяна Филипченко, а также привет получает Маргарита Онищенко, Катюшенька Алексеева и Анечка Доронкина. Тебе также огромный-огромный привет. Приветик для Маши Волковой, Виталика Харчука, Алины Кулычковой и привет для Марата. Егор Недостоев и Вика Сайкова также получают огромный-огромный привет. А у нас выпало зелье. Ну что, Бубу, ты, наверное, уже устал, мы с тобой сегодня так много готовили. Пойдем-ка скорее с тобой почитаем книжку. Вот так, включу твой светильник и будем читать. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ваш лайк и подписывайтесь на канал Ушасти Kids. Буду рада новым друзьям. Ну а на этом все. Всем пока-пока! Эй, Бубу, просыпайся, уже утро, смотри, у тебя звонит будильник, пора уже вставать. Вставай скорее, мой Соня. Всем привет, друзья, вы на канале Ушасти Kids. Сегодня поиграем с нашим любимым котиком Бубу. Пойдем-ка для начала я тебя искупаю. Ой-ой-ой, наш котик очень злой, потому что он очень-очень голодный, ребята. Сегодня обещала Бубу приготовить его любимое вкусное желе. А знаете что? Наш котик Бубу сегодня отправится на рыбалку вместе с кошечкой Анжелой. Они будут ловить рыбу, ребята. Ну что, давай-ка покушаем, а тортик приготовим, когда вернемся домой. Давай посмотрим, что тут у тебя есть на завтрак. Так, так, так. Суп, вкусный супчик. Сейчас погрею, мой прожора. Давай скорее открывай ротик. Вот так. Еще есть картофель фри, немного пиццы, груши, которые ты сам вырастил, немного ягод, вот так, может быть капусту? Ничего себе! И на десерт вкусное мороженое. Ну вот, я вижу, ты у меня даже объелся. Ой, хотела тебя погладить. Ух ты! Такой у нас прикольный котик Бубу. Пошли скорее чистить зубки и переодеваться. Поедем скорее на рыбалку. Кошечка Анжела нас уже заждалась. А еще, ребята, я обещала нашему котику купить новый телефон. Вот такой его сегодня ждет подарочек. Так, давай посмотрим, в какой одежде мы с тобой отправимся рыбачить. Слушай, смотри, вот эти кофточки, по-моему, как раз для рыбалки. На голову оденем тебе повязку.
Красную или желтую? Давай ярко-желтая. Смотри, какая прикольная. Цвет глаз мы тебе тоже поменяем. Сделаем тебе глазки зеленого цвета. А бантик? А бантик тоже есть зеленый. А желтый есть? Вот, желтый подойдет лучше. Ну вот, наш котик Бубу готов порыбачить вместе с кошечкой Анжелой. Пойдем уже скорее на улицу. Смотри, какая хорошая сегодня погода. Самое время для рыбалки. Ну что ж, пойдем потихонечку. Ребята, в сегодняшнем видео вас ждет целая гора приветов для подписчиков. А если ты тоже хочешь получить привет на нашем канале, тогда обязательно подписывайся и в комментариях напиши свое имя и фамилию. Ну вот, Бубу, давай ловить рыбу. А вот и она, ребята, наша любимая кошечка Анжела. Будет ловить рыбу вместе с котиком Бубу. Ну давай уже. Давай посмотрим, сможешь ли ты поймать рыбку. Так, что-то тут ничего не ловится. Закидывай скорее удочку. Так, 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 посмотрим, кто первый поймает рыбку, он или Анжела. Ну давай тяни уже. Смотри, клюет. Ой-ой-ой, точно клюет, ребята. Доставай, доставай, доставай скорее. О, вау, у нас будет на ужин вкусная рыба. Слушай, а давай вот здесь еще немножко проплывем вместе с кошечкой Анжелой, поплаваем на лодочках. Ну а здесь попробуй, может здесь что-то поймаешь. Закидывай удочку. Ну. Так, 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 ребятки, посмотрим, удастся нам поймать еще одну рыбку. А может быть... Ой, наверное, большая рыба. О-о-о, в этот раз нам попалась колючка. Очень смешно, ребятки. Ну, давай еще здесь проверим. Так, кошечка Анжела, ребята, пока не поймала ничего. Бубу везет в этом плане больше. Кстати, ребята, а вы любите рыбачить? Кто любит рыбалку, напишите в комментариях циферку 2, друзья. Ой, снова колючка. Ладно, пойдем-ка мы домой. Анжела, до встречи, а мы отправляемся в дом. Так, Бубу, давай-ка я тебя переодену. Вот так. И отправимся за покупками. Хотя точно, я же обещала тебе приготовить твой любимый тортик. Слушай, а давай-ка купим тебе какой-нибудь красивый костюм. Например, вот такой. Тебе он очень идет. Так. А какой головной убор? Слушай, а давай тебе оденем вот такую коричневую шляпу. Ты похож на кота-ковбоя. А может быть цвет глаз тебе еще поменять? Бубу, ну ты вообще у меня симпатяшка. Ладно, пойдем с тобой приготовим тортик. А потом купим тебе новый телефон. Ой, ребята, тут у нас вода течет. Надо бы починить. Вот так. Теперь все в порядке, друзья. Ну что ж, давай с тобой готовить желейный тортик. Сейчас я все достану. Вот такой у нас вкусный сироп. И добавим туда немножечко желе. Высыпаем весь пакетик. Бубу очень любит этот тортик, ребята. Теперь главное все хорошенечко взбить. Вот так взбиваем. Почти готово, друзья. Ну а теперь выберем фрукты. Бубу очень любит клубнику, поэтому кладем в тарелочку клубнику. И добавим еще немножко малинки. Готово? Осталось только подождать, пока застынет. Ну а пока наш тортик будет готовиться, мы с Бубу сходим в магазин. Как я и обещала, купим ему новый телефончик. Ой, смотри, что-то тут у нас ничего не растет. Давай посадим здесь вишни, а тут малинку. И грядки у нас совсем пустые. Сейчас посадим здесь красивые тыквы и капусту. Вот так. Привет, коровка, мы за новым телефоном. Здесь у нас тоже будет расти малина. Смотрите, здесь уже деревья цветут. Как красиво. Ой, Бубу, твой любимый лес. Хочешь, мы немножко попрыгаем по деревьям? Давай скорее забирайся на самый-самый верх. Вот так. Прыгай еще выше. Молодец. Давай, 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 давай. Вот так. На самый-самый верх.
Посмотрим, какой рекорд сегодня поставит наш котик. Вот так. И еще выше. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот так. Ух ты, сейчас закончится время, ребята. Главное, чтобы наш котик не свалился с дерева. Вот так. Поднимаемся еще выше. Отлично. Выше, 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 выше. Вот так. Ого, тут уже темно и страшно. Ничего себе, на какую высоту мы сегодня забрались. Вот так. Возьмем часы. Ой, тут поломанная веточка. Бубу, кажется, у нас сегодня будет новый рекорд. Ну вот, ребята, мы поставили новый рекорд сегодня. Эй, а здесь живет Злючка-мышка. Привет, мышка. Тук-тук-тук. Ха-ха, подразним ее немного, ребята. Ладно, пойдем уже скорее за телефоном. Бубу, а хочешь, я тебя вот так подниму и донесу сама. Вот так, смотри, мы уже близко. Рядом с магазином. Слушай, нам надо купить продуктов на ужин. Заодно заглянем и в продуктовый магазинчик. Здесь мы купим вкусные пончики, которые так любит Бубу. Клубничный, яблочный и шоколадный. А еще на десерт мы возьмем вкусное мороженое. И обязательно любимую пиццу котика Бубу. Вот так. Парочку кусочков нам не помешает. Ну а теперь скорее за новым телефоном, о котором так давно мечтал наш котик. Так, 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 мы совсем близко, Бубу. Вау, здесь мы можем купить также новый костюмчик для нашего котика. Ладно, давай выбирать телефон. Белый, красный, синий или зеленый. А давай купим синий телефончик. И заодно поменяем рингтон, ребята. Ну что, Бубу, ты рад? У тебя теперь новый классный телефон. Здорово, правда? Ой, смотри-ка, уже стемнело. Пора нам домой есть наш вкусный тортик. А еще обязательно покрутим колесо фортуны. Интересно, что нам попадется в этот раз? А вот и твой торт. Он готов. Слушай, Бубу, совсем забыла. Сегодня мы с тобой поймали очень вкусную рыбу. Сейчас я ее запеку и попробуем, что там ты для нас поймал. Готово. Ой, кто-то звонит на наш новый телефончик. Знаю, знаю, кто это. Это кошечка Анжела. Она очень хочет прийти к нам в гости. В следующей серии она и Леди Баг обязательно зайдут к нашему котику Бубу. Он рассказывает ей о своем новом телефоне. Ладно, давай уже рыбу пробовать. Ну как? Вкусно? Я рада, что тебе понравилось, Бубу. Обещала тебе сделать ремонт в твоей комнате. Давай-ка мы тут скорее купим новую мебель. Купим новый шкаф, ребята. Вот такой, белого цвета, очень-очень красивый. Новая тумбочка. И еще одна тумбочка. Вот так. Теперь купим новую белую кроватку. А вот можно вот такую. Или вот эту. Так, ребята, осталось нам только купить новые шторочки. Давайте выберем. Вау, какие красивые занавески в клетку. Купим новый ковер. Интересно, есть ковер в клетку у нас? Сейчас посмотрим. А давайте купим вот такой ярко-желтый ковер. Осталось только купить новую картину. Вот такую с совами. И поменять игрушку для нашего котика Бубу. Вот такая прикольная поняшка будет у нашего котика. Ну вот, смотри, Бубу. Ой, у нас открылись новые награды. Кажется, ему понравилась его новая спальня. Ну а пока давай-ка мы с тобой... А где наше колесо фортуны? Ой, кажется, нашему котику нужно в туалет. Ладно, пойдем в ванну. Давай я тебе дам волшебное зелье, и тогда все характеристики будут у нас на максимуме. Желтая бутылочка с настроением. Ой, ребята, а у нас почти все кончилось. Можно заглянуть в лавку зелий. Там наверняка есть много разных бутылочек. Купим вот эту и вот эту. Смотрите, какая бутылочка вам нравится больше всего? Какое зелье у вас самое-самое любимое? Что вы даете обычно вашему котику Бубу? Я, пожалуй, дам ему вот такую зеленую бутылочку. Отлично, Бубу. Давай скорее залази в ванну, я тебя немного искупаю. Вот так, хорошо. Давай-ка мы зубки почистим.
Отлично. Смотри, сколько у тебя много мыльных пузырей. Ладно, а теперь давай немножко поиграем. Любимая игра моего котика Бубу, ребята. Вот такая. Будем ловить мячики. Ой, мы уже пропустили первый и потеряли 6. Ой, поймали. Еще один. Отлично. Вот так. Отлично, у нас множитель, друзья. Ой-ой-ой, еще одна колючка. Так, 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 так. Еще один мячик летит. Хватай его, Бубу. Молодец. А от колючки нам лучше спрятаться. О, нет, мы поймали колючку. У нас осталась всего одна жизнь, ребята. Ой-ой-ой. Что-то котик Бубу сегодня плохо ловит мячики. Ладно, пойдем лучше еще немножко погуляем. А пока мы будем гулять, я передам приветики для моих любимых подписчиков. Первый привет сегодня получает Полина Корнеева. Огромный тебе приветик, Полиночка. Милана Николаева и Лиза Овчинникова. А также Вика Прощенко получает огромный-огромный приветик. Приветик летит для Саши Каретниковой, Алисы Дранько, Даши Жандаровой и Сони Мельник. Соня Третьякова получает большой приветик. А также привет у нас получает Карина Бондарчук. Полина Лукьянова получает большой приветик. Вероника Мусиенко, Полина Яровая, Дашеньке Житковой летит большой приветик. И Ульяны Кошевой. Мария Калабухова получает приветик. Лиза Шунцова получает самый-самый пушистый привет от котика Бубу. Катя Райкова, Аня Сидорова получает также приветик. И Алена Аксенова. Ульяна Черненко получает привет. И Вика Макечик, Аня Литвинова, Вика Пыхайло и Лиза Тополина. Алиса Евдокимова получает приветик. И привет получает Настя Авдеенкова, Егор Коваленко, Арина Борисенко также получает огромный-огромный приветик от нашего котика Бубу. А еще привет у нас летит для Арины Березиной, Леночки Поповой, Эвелины Шехбаевой. Привет получает Диана Куркина, ребята, и Даша Шрайбер. А также привет получает Даша Задворная, Вероника Баева, Наташа Харченко, Алина Мишевич, Кира Русина. Ой, смотри, мы тут с тобой апельсин запекли, Бубу, вот это прикол. Печеные апельсины, ребята, да. И кажется, нашему котику Бубу очень даже понравилось. Бубу, а давай мы тебе и в зале купим что-нибудь новенькое. Например, повесим тебе новую картину с кораблем. Вот так. Купим тебе новую рыбку. Отлично. Вот такой у нас получился новый зал. Смотрите-ка, ребята. Хочешь попрыгать немножко на диване? Только чуть-чуть. Смотри, не упади. Вот так. Здорово, правда? Ладно, Бубу. Мы с тобой много сегодня играли. Самое время тебе отдохнуть. Давай-ка переодену тебя в пижамку. Вот в такую, например. Так, с головы мы с тобой все снимем. Вот так. И даже поменяем тебе цвет глаз. Смотри. Ну а теперь пора отдыхать. А вам, ребята, я порекомендую посмотреть что-нибудь из ролика выше на нашем канале. Оставайтесь с нами, друзья, и смотрите новые ролики на канале Ушастики каждый день. Всем пока-пока!